Приветствуем вас, дорогие зрители. Я Василий Уткин, рядом со мной мой коллега Василий Соловьев. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, зрители. Надеюсь, сегодня игра будет очень интересной. Напряжение достигает максимума. Групповой этап турнира скоротечен и ошибок допускать нельзя. От сегодняшней атмосферы на стадионе, честное слово, можно мобильники заряжать. О, хороший пас. Пора защитникам поработать. Защитники буквально теряются среди игроков нападения. Занятно, занятно. Серия из нескольких передач. Нешуточная борьба за мяч. Защита настроена весьма серьезно. Да, удачный пас. В смысле, удача помогла мячу дойти до партнера. Вся команда в атаке. Отличная позиция для навеса. И мяч летит подальше от ворот. Отлично играет головой. Рискованный подкат, но защитник добрался до мяча. Слишком неточно, голом тут и не пахло. Свободный удар с такой выгодной позиции, к сожалению, закончился ничем. Шанс упущен, игрок переживает, все разводят руками. Красивая игра головой. Он отдает точный пас. Держит мяч команда. Очень рискованный подкат, риск не оправдался, пенальти. Поехали. Вот на такие удары смотришь и думаешь, как же это легко. Ловко надул вратаря. Хорошо контролировал мяч, низко пошел, вот вам и пенальти. Четырнадцать минут идет этот матч, и вот мы видим первый гол. Для кого-то дождь примета, ну а для футболистов это в первую очередь реальные условия игры. Я думаю, для них было не сюрпризом сегодняшний дождичек, потому что в прогнозах погоды именно о нем и говорили, и то, что он закончился, это даже славно. Великолепно! Нарастает давление. Решительная игра в обороне. Очень точный пас. Да, у атакующего есть масса вариантов. Теперь нужно правильно перейти от обороны к атаке. Неужели это гол? Я бы тоже потрудился такие вот мячи ловить. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится. Вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят превосходно. Хорошая школа. Отличная игра головой. Какая возможность? Вратарь выбивает мяч. Великолепный удар головой. Thank you.
Ван Дам. Длиннющий пас разрезает поле пополам. Хорошая, правильная передача. Всей командой пошли вперед. В таких ситуациях подают обычно. Была опасная ситуация, но мяч ушел из штрафной. Предстоит удар от ворот. Даже этим движением вратарь внушает спокойствие. Может быть, судья и хотел остановить матч, но почему-то этого не сделал. И мяч в руках у вратаря. Кажется, они решили взять ворота числом. Потеря. Вот зачем футболисту голова. Защитник получает мяч рядом со штрафной. Вы посмотрите, как он играет. И это фол. Конечно же, мало иметь хорошую позицию для удара. Нужно еще и пробить. Мяч уходит за лицевую. Отворот. Грамотно подобрал мяч он. Футболист бьет головой. Хороший удар. Игроки перебрасываются мячом. Идет игра. Голкипер подбирает мяч. Голкипер вбрасывает мяч в игру. Ну и вперед, вперед. Темпа не теряем. Классное владение мячом. Сейчас главное быстро принять решение. Игроки перестраиваются для вбрасывания. Пора защитникам поработать. Какой шанс? Ну же! Куда угодно нужно было вынести этот мяч. Судья объявляет об окончании первого тайма 1-0. Все-таки удивительная эта команда. Ведь мяч ей едва достается, как она уже создает опасный момент и даже забивает. Нужно как-то повысить уровень взаимодействия им еще. Ну вот, игроки собрались с новыми силами и готовы начать игру во втором тайме. В первом тайме мы увидели немало красивых моментов, и вот начинается вторая половина игры. Пас в правильное направление. Какой воинственный подкат. Можно играть. Все спокойно, все под контролем. Многообещающая ситуация. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! Великолепно! Но это еще не все. Еще один соперник остался. Очень удачно выбрано направление. Очень здорово сыграно опережение. Вот реальное обострение. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Толковый удар по воротам. Умеет приложиться к мячу.
но немного мимо сейчас. Отлично, молодец. В атаку пошла вся команда. Красивый пас головой. Мяч уходит вперед. Нужно бить. Непонятно, на что он надеялся, выполняя такой подкат. Атака остановлена в зародыше. Это почти гол. Бросок, и голкипер хватает мяч. Гол! Гол! Да мы знаем, что этот футболист отлично играет головой. Посмотрите, как летает. И все равно гол. И все равно гол. Терпение и труд все перетрут. Счет стал 1-1. Мяч потерян. Хорошая позиция для удара. Какая агрессивная игра в атаке. Он бьет. Увы, мяч попал в штангу. Вратарь бросается на мяч. Мяч в игре. Защитник украл мяч в центре. Спасибо большое, говорит сейчас вратарь. Мяч вброшен в игру. Разрядили ситуацию. Просто необходимо выжать максимум из этой атаки. Ситуация была крайне опасной, мяч вылетает из штрафной. Можно продолжать атаку. Давай, не зевай! Вот мяч в воротах! Вот это класс! Как же хочется еще таких голов! И еще! Надеюсь, команда услышит мой призыв. Несмотря на неудачные попытки, игрок не сдался и все-таки поразил цель. Гол, и счет становится 2-1. Нарастает давление. Игрок демонстрирует нам яркий, свободный, раскованный футбол. Какая смелая игра головой. Умный пас, умнющий. И мяч убивается почти к центру поля. Какая небрежность.
У защиты проблема. Вот так быстро, практично защитник переводит мяч сразу в линию атаки. Очень хорошо. Нарушение и штрафной. Можно было и карточку показать, но команда легко отделалась. Точно играет футболист головой. И мяч переходит к другой команде. Какая точность и какая удача! Нужно вбросить аут. Команда идет к штрафной. Мяч ушел из штрафной. Только 3 минуты добавил арбитр. Вот. Удачный подкат я бы приравнил к голевому пасу. Вот вспомнил, зачем ему голова, парень. Защитник не рассчитал. Подкат был выполнен недостаточно четко. Какой выверенный подкат. Четко в мяч попал. Защита выдерживает и это испытание. У парня с мячом есть время. Его вся команда почти поддерживает. Ничья в самом конце матча. И правда, что какая разница, как именно мяч оказывается в воротах. Главное, он там оказывается. Второй мяч его за игру уже. Защита могла бы посерьезнее отнестись к этому футболисту. Хороший пас. Из такого расстояния можно забить. Мяч уходит за пределы поля от атакующей команды. Удар от ворот. Несмотря на то, что игроки обеих команд имели шансы отличиться, матч заканчивается в ничью. Ну пусть теперь через несколько минут расскажут болельщикам на пресс-конференции, зачем они овладевали мячом, зачем боролись за него, отнимали у соперника, а в итоге не знали, что с ним делать, с этим мячом. Ничья! Спасибо всем зрителям этого матча. Огромное спасибо моему коллеге. Мы прощаемся с вами. Счастливо! Приглашаем вас на матч группового этапа. Напряжение достигает максимума. Обе команды знают, что не имеют права на ошибки. Они могут слишком дорого стоить. Ну а когда предельная концентрация царит на поле, то тогда и игра становится интереснее. Будем наблюдать и не будем равнодушными. Он выигрывает мяч в чужой штрафной. Не мудрствуя лукаво, защита отбивает мяч просто подальше. Вот зачем голова футболиста. Рисе. Финан.
очень хорошо. Хюпе пасует головой. Финан. Джерард получает мяч. Мяч возвращается к вратарю. Вратарь посылает мяч далеко вперед. Рисе. Луис Гарсия. Ну что, народу много, можно массу комбинаций разыграть. Вот так вот, спокойно, рассудительно подобрал мяч, и надо начинать свою атаку. Защитники буквально теряются среди игроков нападения. Прекрасный отбор, хорошая техника. Ну, один удар, давай же! И мяч летит подальше от ворот. Футболист бьет головой, хороший удар. Каррагер принят мяч. Мяч у защитника. А вот в центре поля. Пора завершать атаку. Нарастает давление. Разрядили ситуацию. Великолепный удар головой. Здорово, защитники сегодня играют. Хави Алонсо. Кейт. И точный пас в разрез. Теперь нужно правильно перейти от обороны к атаке. Отлично, молодец. Команда двигается к воротам. Только пробить осталось. А-а-а, бей же! Да, этот удар заставил вратаря понервничать. Хави Алонсо. Здесь нужен тонкий розыгрыш, и тогда атака может изменить счет. И мяч в руках у вратаря. Ах, еще бы чуть-чуть пониже. Бывают, конечно, из такого угла голы, но это всегда вилами по воде писано. Ну как тут играть наверняка? Хорошая схватка. Все чисто, все грамотно, можно начинать свою атаку. Хюпе. Вот. Защитники прекрасно справились с трудной задачей. Кьюэл. Нужна точная подача. И мяч выбивается из штрафной площадки. Он опускает мяч. Угроза воротам. Защита выдерживает и это испытание. Ха, что, и здесь не было? И здесь не было нарушения? Ну ты даешь. Отличный пас вперед. Кьюэл. Ну и что же, гол теперь, да? Вратарь дотянулся до мяча. И мяч уходит на угловой удар. Вратарь обрывает атаку, выбивая мяч за пределы штрафной. Рисе! Не повезло игроку.
Ничего, несколько минут назад он уже доказал, что умеет забивать. Сейчас переживем и промах. Рисе. Точный, длинный пас. Мяч на штрафной. Это риск, но он оправдан. Да, по-моему, нападающий просто не вошел в игру. Совершенно невразумительно сыграно. А сыграно вообще? Пока никому не удалось забить ни одного мяча, а перерыв начнется уже очень скоро. И он штрафной! На мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. Не спать в обороне. Реальный шанс переправить мяч к воротам. Подкат в пользу бедных. Луис Гарсия. Мастерский удар головой. Своевременный пас. Вот зачем футболисту голова. Первые 45 минут матча завершились со счетом 0-0. Вот такая равная игра в исполнении обеих команд. Одинаковое количество шансов у них было, чтобы что-нибудь поменять на табло, но счет так и остается скромным и неинтересным. Тренеры команд в перерыве сообщили футболистам свои соображения о матче. Надеюсь, это положительно скажется на их действиях. Хави Алонсо. Стивен Джерард с мячом. Луис Гарсия. Как вот это неприятно, когда ябедничают судьи. Честно, четко выигран мяч. Хорошее развитие атаки. А мне нравится эта команда. Дисциплина и выдержка у нее ого-го. Трудно будет переиграть эту защиту. Арбитр не усмотрел в этом эпизоде нарушение правил. Джерард получает мяч. Защитник выполняет опасный подкат, но цель оправдала средства, мяч у его команды. Такие передачи резко могут ускорить игру. Отличная игра головой. Финан. Кьюэл. У, как неточно. Теперь Джерард. Мяч в воздухе. Все замерли. Славный удар головой. Правильную занял позицию, и мяч перехвачен. Прекрасная игра головой. Как красиво подкручен мяч. Отличный шанс. И футболист, вместо того, чтобы забивать мяч в ворота, посылает привет кому-то из зрителей. О, игрок не рассчитал подкат. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! Кажется, они решили взять ворота числом. Кьюэл. Защитник перехватывает мяч. Джерард. Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать решение. Назначается угловой удар. Подача. Гол. И у болельщиков гостей есть повод для радости. Второй тайм в разгаре. И у нас снова есть лидер, который опережает противника на один гол. Станет ли он определяющим? Очень велик теперь соблазн сыграть по счету от соперника.
Первый тайм прошел без единого гола, но во втором тайме мяч наконец-то оказался в воротах. Нешуточная борьба за мяч. Защита настроена весьма серьезно. Отлично играет головой. Рисе. Нужно сейчас подержать мяч. Напряжение повисло в воздухе, этаким топором, висит, не падает. И кажется, болельщики уже готовы взяться за рукоять этого топора и взмахнуть им. Но если уж продолжать импровизировать про топор, то нужно бы взять его и сварить кашу из топора, потому что до конца матча еще есть время для продуктивной работы. Какая смелая игра головой. Хави Алонсо. И удар. Отлично. Вратарь действовал эффективно. Уж и момент выждал форвард. И позицию занял выгодную. И все рассчитал. Все да не все. Вратарь сегодня вне законов физики работает. Ну, это для вратаря подача. Высокая подача. Неплохо. Все, надо начинать сначала. Очень техничная игра головой. Хави Алонсо. Кейт. Игроки обороны читают планы соперников. Вся команда в атаке. Какая возможность? Защитник убивает мяч, куда попало. Великолепный удар головой. Все спокойно, все под контролем. Забит гол. Здорово, когда ни одна из команд не сдается. Равный счет очень по-разному подействует на игроков этих клубов. Этот гол спас команду от поражения. Но, может быть, они еще успеют вырваться вперед. Хави Алонсо. Хорошо играет вратарь. Вбрасывает мяч вратарь. Чисто сработано. Защитник оборвал очень опасную атаку. Без ссоры, без споров, без риска защитник убивает мяч из штрафной площадки. Кьюэл. Мяч летит в штрафную. Чуть ниже, и это был бы гол. Заканчивается второй тайм. Счет в матче остается равным. Сможет ли он забить? Да хоть куда его вынеси?
Кьюэл. Хави Алонсо. У парня с мячом есть время. Его вся команда почти поддерживает. Красивый отбор мяча. Многообещающая ситуация. Ну, он должен забить гол. Вратарь выбивает мяч из штрафной. Да, сейчас в штрафной площадке яблоку некуда будет упасть. Угловой. Им представляется отличный шанс. Угловой. Навес или что-нибудь еще? Надо все начинать сначала. Ничья. Обе стороны много атаковали, но безрезультатно. Матч заканчивается равенством. Ну что ж, ничья. Хочется посоветовать тренерам позаботиться об укреплении линии атаки. Спасибо, спасибо, спасибо. Василий, огромное спасибо за вашу работу. С вами очень приятно иметь дело. Играйте в футбол.